Early birds. Тем временем мы начали одеваться. 2600 чем-то метров. 2677. Доброе утро, друзья. Шелдхорнское время 9 часов 11 минут. Вчера мы в это время еще даже глаза не протирали. Сегодня мы проснулись в 6:40. Нам необходимо было успеть на отправление гондолы с 7:25 до 8:55, так как в это время действует программа Early Birds. А программа Early Birds дает скидку, если так вы едете за 98 франков, то по программе ранних пташек едете за 74 франка человек. И вот мы здесь. Посмотрите, какие открываются виды. Те 3 километра, и у нас поехала крыша. 60 тут шампанского еще шарахнуть. Наш завтрак. Ой, сейчас он будет. Говорит, что он, что я именно та, которую они искали для ответственной миссии. Я ее буду выполнять вместе с Джеймс Бондом. Я и Андрей, мы летим спасать человечество. Очередная миссия Джеймса Бонда. Итак, едем.
А у нас настоящий альпийский обед. Мы сейчас поднимаемся, будем подниматься на Альмендхубель. Турист, как и художник, должен быть голодным. Иначе это уже не турист, а пожравшаяся свинья, которая даже шнурки свои завязать не может. У нас сегодня облегченная программа. Мы спускаемся с Альмендхюбеля до городка Мюрен, в котором мы, собственно, недавно обедали.